придумал все. Коричневая тема для меня закрыта навсегда. Как топить? Навозом хватит мемов. Что не сжечь, когда придет нужда? Но куда там? Где-то на химфаке в Англии изобрели опять гору многоразовой бумаги туалетной. Вытерся, стирать. Британский ученый, послушай, послушай, мы вам не враги, мы друзья. Находкой своею нервируешь душу не столько. Смеяться нельзя. Сей бумагой пользоваться просто не в ведро, в корзину, где белье, а потом в стиралочку забросьте. Ну и что, что вместе, все ж свое. Просушить вообще проблемы нету. Будут на веревках за окном ленты развиваться над стендом. Чисто серпантины в Рождество. Британский ученый, послушай, послушай, мы вам не враги, мы друзья. Находкой своею нервируешь душу мне столько. Смеяться нельзя. А какая польза для кармана? Экономия для гигиен. Можно жить с постиранным гуано и откладывать на черный день. Я в науку верую, как в тещу. Лучше не скандалить, а дружить. Только здесь был явно путь попроще, и кризис мог вообще не наступить. Британский ученый, послушай, послушай, мы вам не враги, мы друзья. Находкой своею нервируешь душу, находкой своею нервируешь душу, находкой своею нервируешь душу, а столько смеяться нельзя.